Оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ярославской области при содействии сотрудников Росгвардии выявлена и пресечена деятельность незаконного игорного клуба во Фрунзенском районе города Ярославля. Доступ к азартным играм осуществлялся вне игорной зоны при помощи персональных компьютеров, подключенных к сети интернет. Полицейскими установлены и задержаны администратор заведения и организатор игорной деятельности. Изъяты системные блоки и мониторы. Следственными органами возбуждено уголовное дело.